Мне мой сосед по даче на Пасху подарил вот такое вот хвойное растение. Очень красивенькое. На прошлую Пасху она здесь сидит уже год. А сейчас я покажу, кто это. Вот, уже выцвела. А, Нана аурея. Она должна быть вот таким вот кустом. Круглым и коротеньким. Вот, уже все грязненькое, поэтому я так, на всякий случай, на палочке там оставила. Вот такое вот хвойное растение интересное. Посмотрим, какое оно будет в итоге. Красивые такие кучеряшечки. Я его посадила, чтобы защита была под моей туей, которую я стригу.